И снова пробки в центре города. Не успели коммунальщики расчистить центр города от снега, как тут же на углу улиц Бунина и Решельевской произошло ДТП. Не поделили дорогу два водителя маршрутных такси, которые вскоре вызвали полицейских, чтобы разобраться в ситуации. Оба, естественно, настаивали на своей правоте. Что ты на зеленый ехал? Он едет на красный, он не утверждает, что он на зеленый едет. Успокойтесь, документы подготовьтесь. В результате нарушения оказалось обоюдным. Один водитель решил стартовать на желтый сигнал светофора, а второй поехал и вовсе на красный. Все это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Узнав о съемке, гонщики-маршрутчики решили отказаться от помощи полиции. ДТП, да еще и в пятницу в центре города, значительно затруднило движение для троллейбусов и других участников дорожного движения.